Но все равно. Делал передачу Бухарову. Вовремя вышел. Бухаров бьет по пустым воротам. Бухаров бьет гол. Бухаров забивает второй мяч в ворота футбольного клуба «Москва». Это была явная ошибка Юрия Живнова. Но я должен сказать, что эту ошибку использовал Домингес. Может быть, Живнов думал, что у Домингеса, который всю игру вел атаки своей команды, уже просто не осталось сил, чтобы так атаковать вратаря. Силы у Домингеса остались. Смотрите, он борется в рамках правил. Откидывает мяч назад Бухарову. И Бухаров все делает совершенно правильно. Удар, ну и в такой позиции, во-первых, удар был очень точный. По 5 мячей у Домингеса, Бухарова, ну и у Лоськова, если говорить вообще о гонке в